Если можно ответить на такой вопрос, как и о чем вести диалог с детьми, подростками, чтобы у них выработался иммунитет к угрозам, которые несут ценности современного мира? Чтобы выработать иммунитет, я вам скажу, сначала он должен появиться у нас, у родителей. Иначе мы ни у кого не выработаем никакого иммунитета. А чтобы он был у нас, нам надо самим иметь твердое мировоззрение. И не просто иметь твердое. Я атеист. Я православный христианин. Я мусульманин. Я агностик. Это говорите сколько угодно, это пустые слова. Суть не в этом. Мы должны, родители, иметь аргументированное мировоззрение. И этими аргументами мы должны поделиться своими детьми. Если, например, человек говорит, что он православный, а почему православный? Например, я экзамен принимаю, и вот человек, вот Господь сказал тот, я говорю, стой! Какой Господь? Ответ откуда взял, что он есть? Все, весь класс сидит, улыбаются, сияют. И откуда ты взял, что Бог есть? А какие у тебя основания? Ты что придумал? Слышите? Что такое мировоззрение? Какое мировоззрение мы дадим своим детям, если вдруг сами не будем иметь обоснованного мировоззрения? А зачем православие? Зачем оно нужно? Оно мешает жить, и все. Без Бога широка дорога. Ты чего проповедуешь, мне я говорю? Ерунду какой-то тут пришел мне еще рассказывать. Студенты сияют, конечно. А ему все, давай отбивайся, голубчик. Какое православие? С какой стати? Или христианство? Я говорю, почему это христиан? Да буддизм лучше, куда? Или мусульманство? Послышите, чтобы что-то дать детям и укрепить их, чтобы выработать у них иммунитет, надо сначала приобрести его нам самим. И не просто волюнтаристски, я так верю, я как нет. Аргументы, пожалуйста, дайте, скажите. А почему? А почему? Вот что надо. А мы, большей частью, что? Хотим, принесу свои священные слова. Мы хотим, чтобы наши дети были ангелочки, хотя сами мы дьяволочки. Такого не бывает. Не бывает такого и быть не может. Ну что вы, на пустом месте ничего не вырастет. А оказывается, перед чем мы стоим, о, это такая задача, это мне надо узнать, почему это, с какой стати Бог есть, какое-то православие, что это такое, это мне надо что это, заниматься? Мне некогда. Вот, давай в церковь идем, тебе надо причаститься, хоть раз в церковь сходи. Но он походит пока лет до 10, до 12, до 13, а потом, извините, мамочка, нет, не пойду. И все. И песенка спета. Так что, видите, задача-то не в детях. Выработки иммунитета не у них, а у нас. Ой, ужасно, я не ожидал этого. Это просто ужасно.